Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и стартовал рейтинговый спринт, которого все мы ждали. Почему ждали? Потому что из него действительно можно забрать некислое количество всякой халявы. Что можно забрать и что необходимо для этого сделать? В этом видео все объясню и буквально за пару секунд. Здесь дело в том, что рассказывать особо не о чем. Есть 11 вот таких вот уровней. Играя в рейтинговых боях, вы будете получать вот такие вот жетоны и за эти жетоны закрывать данную линейку. Вы можете 10 раз забрать себе главную награду, а это у нас рейтинговый контейнер. Я бы не сказал, что он там прям сильно крутой какой-то, но можно взять внешние виды, можно взять себе обвес, который будет индикатором вашего рейтинга и будет в боях показывать, в какой лиге вы играете в рейтинговых боях. Здесь есть бустеры, но я бы сказал, что беспонтовые, и есть не так уж и много, но немножко серебра. Поэтому пахать ради рейтинговых контейнеров, ну, тут уже, знаете, такое себе занятие. Но расскажу, как забрать полностью все и хотя бы один раз рейтинг контейнер открыть. Для того, чтобы пройти полностью всю вот эту линейку, вам необходимо будет собрать 947 жетонов. Я округлил до 950 для того, чтобы было проще считать. Если вы будете играть в серебряной лиге, а это, ну, под силу каждому игроку, я уж не знаю, насколько плохо надо играть, чтобы быть уровнем ниже, то за каждый бой вы будете получать по 15 таких жетонов. Будете играть в золотой лиге, будете зарабатывать по 16 жетонов за бой. Причем, ребят, речь идет просто о том, что вы вошли в бой и сыграли. То есть не за победу. За победу дополнительно к этим 15 жетонам вы будете получать еще 3. Ну а для грубой математики и максимально простой, я просто взял 950 этих жетонов, разделил на 15 жетонов в серебряной лиге просто за бой для среднего подсчета, и у меня получилось, ну, я бы не сказал, что очень много, 64 боя необходимо сыграть за 10 дней. Это значит, что в день вам необходимо играть максимум 7 боев в режиме, и не обязательно, чтобы все они были победными. Достаточно просто зайти и сыграть. Что касается возможности забрать отсюда халявы, то уверен, что с этим не справятся исключительно лентяи, которым просто в облом зайти именно в рейтинговый бой, а не в обычный. Что касается того, что отсюда можно забрать. Серебра тут не так уж и много, всего лишь 60 тысяч, и я не могу сказать, что это круто, потому что это, по большому счету, один бой на каком-нибудь там левчике 8 уровня, победный, в котором вы неплохо себя показали. Что касается крутотени, так это то, что здесь можно забрать целых 16 тысяч свободного опыта, они на дороге не валяются, и можно забрать себе 780, ребят, сниппетов, которые помогут вам проходить третий сезон и прокачивать себе тачки, либо, возможно, открыть себе какой-нибудь танк абсолютно бесплатно, не доплачивая голды. Также здесь есть вот такой внешний вид, я не могу сказать, что он действительно там какой-то интересный, производящий лично на меня впечатление. Ну, какой есть, такой есть, почему бы и нет. И, допустим, на том же самом Коро смотрится еще плюс-минус неплохо. Что касается обвеса, то обвес, вот этот рейтинговый индикатор, вы можете себе забрать. Он будет показывать в боях, в какой лиге вы в рейтинге играете, насколько вы крутой чувак. Но самое красивое, что здесь может светиться, это, безусловно, бриллиантовая лига, до которой допрыгивают далеко не все. Короче говоря, мне некоторые награды на любителя, но некоторые награды действительно стоят того, чтобы просто поиграть. И здесь нет ничего сложного, поскольку все мы играем и так каждый день. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам желаю забрать все награды из рейтингового ивента и, надеюсь, был вам полезен. Поддержите, пожалуйста, канал вашим лайком, подписывайтесь на канал, здесь всегда свежие новости, абсолютно своевременные и честное обсуждение всего, что в игре происходит. Стараюсь быть полезным специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.